5 самых религиозных знаков зодиака, чья вера сильнее любых невзгод. Все люди по-разному относятся к религии. Кто-то искренне верит в Бога и отмечает все церковные праздники, а кто-то считает себя атеистом. Астрологи же уверены, что набожность человека определяется его знаком зодиака. Так давайте узнаем эти знаки зодиака. Только для начала советую вам поставить лайк и подписаться еще на мой канал. И да, по ссылке в описании ты узнаешь свое будущее. А мы начинаем. Первый знак – Козерог. Козероги уважают саму религию, они много занимаются ее изучением. Представители этого знака зодиака чтут все традиции, соблюдают любые правила церкви. Для козерогов важно не только следовать Божьим законам, но и учить им других, поэтому менее набожным людям тяжело ужиться с ними под одной крышей. Второй знак – Рак. Для раков вера – гарант спокойствия и душевного равновесия. Они, в принципе, любят все мистическое, часто разбираются в астрологии, приметах и гаданиях. Чаще всего выбирают религию своих родителей. Вера раков не фанатична, у них есть логика и здравый смысл. Как правило, представители этого знака воспринимают Бога как источник удачи и помощи, не более того. Третий знак – Весы. Верующих людей среди весов достаточно много, но нельзя сказать, что эти люди зависят от религии. В храм они практически не ходят, зато много молятся в тяжелые жизненные периоды. Весы относятся к Богу как к какому-то чуду, которое обязательно спасет их в трудную минуту. В случае болезни сначала обратятся к религии, а уже потом – к врачу. Четвертый знак – Стрелец. В первую очередь стрельцы интересуются религией с точки зрения культуры. Они восторгаются обрядами разных стран и народов, изучают историю различных верований. Стрельцы уверены, что в мире существует какая-то разумная мистическая сущность. Рано или поздно большинство представителей этого знака зодиака осознанно принимают какую-либо веру, довольно часто они становятся священниками. Пятый знак – Рыбы. Рыбы верят в любую мистику. Они не подвергают сомнению тот факт, что в мире есть что-то невидимое человеческому глазу, они спокойно могут обращаться с астрологом или экстрасенсом. Рыбы от рождения наделены христианскими чертами характера, смирение, жертвенность, бескорыстность, но они могут найти себя и в другой религии. Чтят Божьи законы и стараются следовать всем традициям.